Уважаемые сотрудники и дорогие ветераны органов внутренних дел, от чистого сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника милиции Кыргызской Республики. Кыргызская милиция, имеющая почти вековую историю, за годы обретения независимости страны, выдержав множество тяжелых испытаний, прошла достойный и славный путь. С благодарностью хочу отметить, что наши правоохранители, несмотря на трудности, рискуя своей жизнью, днем и ночью служат ради обеспечения мирной жизни нашего народа. Достижение стабильности в стране и становление на путь развития страны способствовали уделению особого внимания вопросам социальной защиты работников правоохранительных органов, в том числе органов внутренних дел. Постоянно оказывая им всестороннюю поддержку, мы и дальше будем уделять значительное внимание укреплению материально-технической базы органов внутренних дел. Тот факт, что кыргызская милиция меняется и обновляется, идя в ногу со временем, воспринимается населением с одобрением. В соответствии с требованиями современной жизни, активизация цифровизации и внедрение других современных технологий во всех структурах министерства поставит заслон коррупционным проявлениям среди сотрудников, что способствует укреплению доверия людей к органам правопорядка. Уважаемые сотрудники органов правопорядка, еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, большого мужества и семейного счастья.